Привет из Алании, дамы и господа. Сегодня у нас 22-е, пятница, время 6 часов 21 минута. Перед вами Аланиум, который многие из вас любят. И сейчас показываю вам, ностальгируйте, смотрите на него отсюда. Сейчас перейдем через дорогу и пройдемся мимо него. Посмотрим, что там на входе, как много, кто люди, какие заходят, туристы местные. Вход, напоминаю, что по фейс-коду Deutschland, hallo, 3-7. Ух ты, крутой немец. Посмотрим, что там, какие люди заходят, как я уже сказал. Эстония. О, не часто вижу эстонские машины в Турции. Привет, Эстония. Вот. Ну, в общем, пройдемся там немножко. И кому-то, я думаю, будет интересно и приятно то, что я пришел к Аланиуму. Когда, единственное, я не знаю, когда это покажу. Сегодня, завтра, послезавтра. Не знаю, честно, видео очень много отснято. И я просто не знаю, когда вы это увидите. Ну, в ближайшие дни по-любому. Машин довольно много на всех стоянках здесь возле центра. Географию давайте смотреть. 29 не местный, 46 не местный, 7 местный, 7 местный. И там смотрим 7, 7, 26 не местный, 7 местный, 7 местный, 7 местный, 7, 7. Блин, я уже забыл опять, что это за страна. Бельгия, возможно, да? Единый автомотив. Наверное, Бельгия. Все вот эти вот часто путаю. Европейские эти буковки. Красивая тачка. Ну, больше местных, конечно, чем приезжих иностранцев. России пока не вижу. Смотрим фейс-коды, да, проверяют на входе. Вход по фейс-кодам. Очереди нет. Я думаю, толп туристов нет. И в основном, конечно, заходят местные. И внутри людей, ну сложно сказать, внутри людей много или немного. Без фейс-кода не пускаю. Ну, как много людей внутри, не могу сказать, но люди есть. Люди есть, конечно, это ж не сезон. Да, фейс-коды они, наверное, записывают или сканируют. Не просто его показать, надо отметить они, что вы зашли, конечно. Вот. Ну, в общем, очереди нет. Поначалу, как вели вот эти фейс-коды, всю эту систему, были очереди здесь на вход. Стояли толпы людей. Стамбульская машина. Любуйтесь, наслаждайтесь, кто любит Аланиум. Ну, вокруг его, вот Стамбул, тоже Мерсик едет стамбульский. Вокруг его обходить, я думаю, нет смысла, в принципе. Полюбуйтесь здесь. И да, пройдем мы с вами, я даже не знаю. Надо сделать коротенькое видео чисто такое, чтобы быстрее его мог вам показать. Ну, в общем, вы видите, очереди нет, но фейс-кода не у всех. Вон, ребят завернули, не пустили. Может, срок действия закончился. Я, честно, даже не знаю, насколько они даются. Какой срок у них жизни. Стоянка полная, в принципе. Ведь это у нас S, это уже, я знаю, это Швиден, Швеция. Вот, Швеция. Расширяем географию. 32 не местные. Семерки все местные. Ну, местные, опять же, местные могут быть, которые живут в 4 часах езды отсюда. Семерка это Анталия. В общем, это Анталия, сами понимаете, какая большая. Поршик тоже семерка. 7-7 не местные. 34 Стамбул. Вот так вот мы поизучали. Этот красный красавец у нас приехал. Из Анталии местной, короче. И тут много машин, видите, стоянка, в принципе, вся довольно полная. Здесь еще какой-то вот иностранец. Неужели ни одной не будет, ни российской, ни украинской, никакой машины? Опа, еще один швед. Шведы, Кентская область, Ауди, Швеция, еще одна. 13, о, первый раз вижу регион 13, интересно посмотреть даже. Турция 13.
Стамбул 34. Еще раз Стамбул 34. Походу мы сейчас таки вокруг его обойдем, да? 55 не местные, 34 опять Стамбул. Стамбул в одном месте, или они все вместе приехали. Вот мы его вокруг почти и обошли. Еще Стамбул 34. Что-то весь Стамбул здесь паркуется. Слева все семерки у меня, я не озвучиваю. Ну, российских не было. Стамбул опять 34. 44, не знаю кто. Вот мы его почти с одной стороны обошли. И, ну, это смешно будет по кругу обходить. Давайте тогда, наверное, мы с вами и, в принципе, попрощаемся. Я вам показал Аланиум, показал, кто в него сейчас ходит. И, возможно, видео выйдет быстрее, потому что я его делаю коротеньким таким. Привет всем из Алании. Спасибо за лайки. Вот Стамбул выезжает. 34. Все, пока всем.